Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. Не хочу я туда идти. Я могу и дальше дома учиться. Мне больше нечему тебя учить. И мне надоело спорить до умопомрачения. Что это такое? Не знаешь? Вот тебя в школе и научат. Доброе утро, мисс Стивенсон. Кто знает, сколько будет 3 плюс 3? Все знают, что 6. Мэри, пожалуйста, встань. Ты знаешь, сколько будет 57 умножить на 135? Ладно, кто? 7695. Квадратный корень 87,7 с мелочью. А что такое умопомрачение? От режиссера фильма «500 дней лета». Мне кажется, у вас одаренная племянница. Мой близкий друг – директор Академии Оукс для одаренных детей. Нет, я обещал сестре, что у Мэри будет нормальная жизнь. Она будет учиться здесь. А кто это у нас на пороге? Это твоя бабушка. Ох ты ж мать! Это MacBook, милая. Зачем приехала? Ты лишаешь девочку потенциала. Она решает задачи из высшей математики. Вы просто забыли минус в степени. Мэри, почему ты промолчала? Фрэнк говорит, старших поправлять нельзя. Выскочек никто не любит. Мы просим суд предоставить моей клиентке полную опеку. Нет! Нет! Ты ее заберешь и засунешь в какой-нибудь НИИ, где она до конца своих дней будет обсуждать нетривиальные нули с кучей старперов. Лучше похоронить ее талант? Эвелин, хватит! Я воспитываю ее так, как того хотела Диана. Весной. Если девочку заберут, я тебя во сне придушу. Моя сестра хотела, чтобы у Мэри было детство, чтобы у нее были друзья и счастливая жизнь. У вас есть медицинская страховка? Нет. Вы провели ночь в тюрьме? Протестую. Чего ты больше всего боишься? Испортить Мэри жизнь. Мэри! 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 Нет! С ней не поспоришь. Это точно. Он хороший. Он меня любил до того, как я стала умной. Одаренная. Крис Эванс, Маккена Грейс, Линдси Дункан и другие.